Как говорится, лучше предотвратить, чем лечить. И это касается не только спорта и здоровья, но и повседневного быта. Вот, например, окна. Промерзают зимой, запотевают летом. Ну, а исправить ситуацию оказывается проще простого, продолжит Яна Пелиховская. Этому окну в Барковском детском доме уже 8 лет. Оно установлено с нарушениями, поэтому в аудитории холодно бывало даже летом. Сегодня здесь работают специалисты службы оконного сервиса «Контакт». Впереди зима, чтобы было тепло, комфортно, уютно. Это компьютерный класс, поэтому, чтобы детям было там намного комфортнее находиться. Поэтому вот решили помочь таким образом детскому дому. Работы оказалось много. Новый подоконник, откосы, замена уплотнителей и фурнитуры. Все это избавит помещение от сырости и сквозняков. Это, кстати, самые частые жалобы обладателей пластиковых окон. Все из-за нарушения технологии монтажа. Бывают отливы плохо пропенены, не поставлена наружная лента, парагидроизоляционная. Ну и как бы все это способствует промерзанию. Ну, как бы категорически ко всему не надо относиться так. Можно, получается, не меняя конструкции, просто произвести определенные виды работ, ремонт. Это сэкономит и деньги, и время. Несколько часов, и окно в классе готово. Герметичность избавит от запотевания. Надежная фурнитура обеспечит легкость использования. Специалисты советуют, даже если сейчас видимых проблем нет, то лучше предотвратить, чем лечить, особенно зимой. Тем более, что консультация мастера службы «Контакт» бесплатна. Достаточно позвонить, и он приедет в течение 2 часов. Яна Пелиховская, Владимир Кондратьев, Тюменское время.